друзья, всем привет, Александр с вами. Вот, мы тут ехали, решили прогуляться, выходной день, воскресенье, на 5-й пляж съездить в Минском море. Надеюсь, меня хорошо слышно, вот тут такой большой ветер. Вот, так что будем гулять. Что? Что ты говоришь? Ну, прикольно, ну. Аня говорит, что тут люди ездят на мотоцикле по льду. Сейчас мы еще посмотрим. Тут еще летают на парапланах. Тоже интересно посмотреть. Ну, может, еще кофе, чай попьем, прогуляемся, отдохнем. Нас, друзья, увидимся дальше. Всем успехов. Ветер стих. Вот, и сейчас какие-то соревнования. Ты говоришь, там проводятся какие соревнования? Мотоспорт. На льду. Еще прикол, конечно. Сейчас пойдем посмотрим. Это мотоцикл. Все ездит, ездит. Первый раз такой вижу, конечно, чтобы по льду мотоциклы ездили в конце февраля. Ладно, посмотрим, что тут.
Я говорю, что была вот здесь сидела. Планируем еще сходить там Дрозды, съездить, покормить уточек. Ветер, конечно, адский. Я надеюсь, меня хорошо слышно. Вот, так что мы пойдем сейчас, поедем в Дрозды, еще заедем по дороге и покормим там уток. Конечно, погода хорошая, солнечная, но очень сильно ветрено, поэтому кажется, что температура нифига не 2 градуса, как там пишут, а все там, может, минус 10 или даже 15.
12 градусов, ну очень холодно. Мы погрелись возле камина, здесь уже видели. Вот, и сейчас уже будем выдвигаться на дрозды. Пляж, февраль, погода отличная, только очень сильно ветрено. Очень интересно было погулять, очень понравилось то, что мы увидели необычно. Это первый раз вижу такие мотоциклы, которые ездят прям по льду. Ну прям вот вообще просто первый раз такое видел, наверное, люди увлекаются. Там даже был чей-то, наверное, сын и ребенок, которого привлекает к этому спорт, так называемый. Не знаю, как этот спорт называется, может, вы знаете, расскажите. Я не особо разбираюсь в этом спорте. Вот, дорога, конечно, тут не очень хорошая к этому пляжу. Тут большой гололед, все, вот я вижу, жду, вижу всех так заносит на этой дороге. Ну, ничего страшного. В общем, прогулка очень сильно понравилась, если бы небольшой ветер. Вот, вчера было штормовое предупреждение, был оранжевый уровень опасности по ветру, 20, там, 33 метров, километров в час была скорость ветра, а сегодня у нас, я посмотрел, где-то там 15 километров в час. Ну, ничего страшного, мы отлично прогулялись, мне понравилось, попили чай, погрелись у камина, попили там кофе и так далее, посмотрели на необычных мотоциклистов на льду. Мне воскресная сегодняшняя прогулка по свежему воздуху очень сильно понравилась. Но мы еще планируем сейчас заехать покормить уточек нашим старым хлебом. Надеюсь, тоже очень сильно понравится. А мы поедем уже сейчас дальше кормить уток. Ладно, друзья, увидимся. Я рад был с вами еще поговорить. Пока. Ловите хлеб свежий.